И мы начинаем наш выпуск. Еще одну торговую точку демонтировали из-за незаконного расширения площади. На этот раз под снос пошло придорожное кафе на Касимовском шоссе. Оно просуществовало 10 лет. С подробностями Мария Кузьмичева. Данный объект просуществовал 10 лет и сменил несколько собственников, успев незаконно расширить земельный участок со 119 квадратных метров до площади в 250 квадратных метров. Кроме того, торговая точка находится в зоне линии электропередач, что является грубым нарушением градостроительных норм и правил. В декабре 2017 года по результатам проведенных судебных разбирательств данный объект был признан самовольной постройкой. В январе 2018 года решение суда вступило в силу. Для Ирены Ибрагимовой снос кафе стало полной неожиданностью. Совсем недавно женщина взяла в аренду это здание и только начала проводить там ремонт. У меня договор официальной аренды на 10 лет в регистрационной палате от официального собственника. То есть до какого года? Ну, на 10 лет вот с конца мая, с 31 мая. Ошибка арендатора в том, что она не удостоверилась в правомерности данного объекта, взяв тем самым кота в мешке. В связи с тем, что собственник не снес здание в добровольном порядке и администрация демонтировала объект за свой счет, ему придется покрыть эти труды. Обойдется это как минимум в 500 тысяч рублей. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.